Всем привет, господа, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал. Я продолжаю проходить игрушку под названием LEGO City Undercover. Перезашел в игру, поэтому еду в тачке, в нашей тачке великолепной машинки под прикрытием. Мне нужно найти заливщик синей краски. И тут мистера Блэквелла каким-то боком кто-то хочет похитить. Так, заливщик краски надо найти, нам говорит главный герой. Интересный. Интересный. Фруктовый коктейль. Ведь задание. Заливщик краски. Где я вам его найду? Алло. Обычно в таких моментах он должен быть где-то рядом. О, прикольно. Я не против. Как это говорится? Чудо-блок на халяву. Заливщик краски. А у меня его... Не, у меня фиолетовый. Не подойдет такой. Нам нужен какой-то другой. Серебряный. Вопрос, где его искать-то, блин? Может, где-то здесь, вот сверху? Хотя фиг знает. Я даже не знаю, как наверх этот попасть. Хотя там он место для паркура. Но мне что-то подсказывает, что где-то здесь в округе он должен быть. Вон он, кажись. Или что это? А, не, сюда можно вломиться. Ну-ка, домушник, версия 2.0, поехали. Что? Что? Что произошло? Что? Что? Если замешкаешься, то с завтрашнего дня будешь полицейским собакам честь отдавать. Это я уже слышал, я только не понял. Че за прикол был? И как мне туда попасть? Вот с этого здания очевидно, но как-то на это здание надо попасть тоже. А? Так, а ну-ка... Режим фотоаппарата. Так. Вот с этого здания можно попасть, а в это здание просто так тоже не попасть, да? Что-то тут нечисто. Где найти эту фигню с краской? Обычно они где-то рядом. А тут прям тупо нет. Странная тема. Так. Подскажи мне, где эта фигня может быть? Что это? О, а вот и краска. Представляешь себе? Пометь мне ее, пожалуйста. Вон где-то там все есть. Тут прям на любой вкус я вижу есть. Надо почаще врубать этот режим поиска. То хрен поймешь где. Если это та улица, то где же тогда дом? Да вот дом. Ага. Тут есть все. Туда просто так не попасть. Скорее всего, Teleportation Technologies нам поможет. Вперед в бесконечность! В данном случае просто сюда. Так, где там серебряное было? Справа где-то, да? Или подожди, нам нужна не серебряная, а синяя. Нам нужна синяя краска, да. Синяя же, да, синяя. Тут просто для любой вкус реально краска есть. А ну-ка, наверх можно? А было бы прикольно. Так, и тут у нас все, что хочешь, есть. Так, давай назад. Блин, такая музыка, как будто реально какая-то погоня идет. Хотя на самом деле ничего такого не происходит. Так, на самом деле все было намного проще. Тупо через дорогу. Паркур! Прям принц Персии какой-то. Так, гон на миссию. А, это мы должны туда попасть. Наверх. А не наоборот. А не сверху попасть. То есть они снизу наверх попасть. Ну ладно, вы, думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Хотя на самом деле никто ничего не понял. Так. Тихо, тихо. Блин, была какая-то кнопка лучше, типа, чтобы на вот эти вот... ну, кнопка, я имею в виду... Типа вот как здесь, рядом с этим ящиком. Чтоб на веревку на эту заходить. Меня похищают! Против моей воли! Меня кто-нибудь слышит? Ага, я слышу. А вас, похитители, попрошу помолчать. Я вас слышу, мистер Блэквелл. Ой, что это за бомжи?
Ну, подошли сюда. Офицер полиции Чейз Маккейн уже на месте. Опа-на. Коронный прием пузиком. Опа-на. Коронный прием вертушечка. Кручу-кручу, надурить хочу. Отличный прыжок, дружище. Давай почаще так. Так. Желтый, зеленый, синий, красный. Все понятно. Желтый, зеленый, синий, красный. Так, что вы нам тут подкинете? Чуть-чуть блоков. Для паркура, наверное. А, ну, очевидно. Ну, хотя у меня и так синяя краска есть. Я не знаю, для кого тут сделали этот автомат с синей краской. Типа... Здорово. Суперблок. А что мы там и тут делаем? Хобана! Блин, я бы очень сейчас рейджил, если бы я не допрыгнул. Кстати, я, знаете, что забыл? Когда вот перезаходишь в игру, вот эта вот фигня с читами сбрасывается. Ну, как сказать, с читами. Это не совсем читы. Да бей ты их. Готово. О, до свидания. Удачи вам там внизу. Наберете. Да, блин, прыгай. Еще. А, понял. Прям Mirror's Edge какой-то. Хотя, может быть, вот эти вот трубы и отпрыгивание стен как раз таки черпали вдохновение разработчики насчет этих тем с Mirror's Edge. Тут я вижу очень много каких-то прикольных идей из больших других игр позаимствовано. И не сказал бы, что это плохо, это наоборот круто. Так, способность, которой у меня нет. Попить чаек, да? Так, никуда, вниз. Я просто немножко побаиваюсь куда-то падать, потому что здесь достаточно высоко, и не потому что я умру, а потому что потом опять лезть сюда. Так. Ну вот это чисто принц Персии. Хорошо. Так, что-то снизу. Обеденный перерыв скоро закончится, и я вернусь к работе. Ура! Блин, опасно тут. Но мне как-то пофиг. О, вот это реально принц Персии был только что. Клево, клево, когда какие-то идеи, заимствованные в каких-то других играх, больших, реализуются в таких вот играх, которые небольшие. Так, а мне сюда, да? Нет? Мне туда куда-то надо. А, ну да, все верно. Все верно. При помощи этого трамплинчика сейчас сюда попадем. Хобана! Я на месте. О, вот это было круто. Согласен. Дэйв! Дэйв! Вау! Минус Дэйв. Смотри-ка, навес. Будь это боевик, кто-нибудь обязательно упал бы на него. Вот это больно! Хуже уже точно быть не может. Сейчас еще кирпич. А, нет. Здорово, ребят. О, милосердные небеса! Наконец-то! Арестуйте этих людей! Хватай его! В смысле арестуйте? Ты хотел сказать, напинайте этим людям? Я ж типа это... преступник, ёпт. Хоть вы, наверное, сами этого еще не поняли. Так его, покажите. Ой-ой-ой, хорош. Зимуют. Оба-на! Раз. Два. Три. Видели? Отлично. Я и не только так умею. Вы провели. Получай. Своего друга. Порку он еще долго не забудет. Да хватит комментировать. Мы точно-то сражаемся, если ты не заметил. Достаточно успешно. Спасибо, юноша. А я уж подумал, что обречен. Не да, пожалуйста. В мою смену, сэр. К ним может подоспеть подмога, поэтому нам надо поторопиться. Моя машина должна быть неподалеку. Прости за опоздание, Чейз. Похоже, ты и без нас отлично справился. Юноша, в полицейском участке будет безопаснее. Вы не могли бы подвести меня? А то я еще не оправился от шока. Поезжай. Я передам шефу, что мистер Блэкуэлл в безопасности. Мы останемся здесь и повяжем членов банды. Спасибо. Мистер Блэкуэлл, поедем на вашем антикваре? Ужасно неловко. Ведь я даже не знаю, как вас зовут. Чейз. Чейз Маккейн. Мы раньше не встречались. Чейз Маккейн. Да уж.
Мир тесен, и порой даже очень. Знаете, я буквально на днях говорил о вас с одним моим знакомым. О том, как вы арестовали бешеного Рекса. А он не думает, что это заслуга шефа Данби? О, нет. Кое-кто из нас имеет более незамутненный взгляд на те события. Обидно, что Рекс снова на свободе. Кто знает, какие еще злодеяния он может совершить. Да уж, так кто же были эти люди? Гринписовцы, без сомнения. Они меня просто ненавидят. Почему? За что? А вы не в курсе? Я-то думал, что уже всем известно. Обычное человеческое недопонимание, о котором я даже вспоминать не хочу. Самое главное, вы в безопасности. Да, мне нужно поговорить с теми, кто за нее отвечает. С начальником Данби, что ли? О, вы с ним поговорите по душам. Хороший, славный наш шеф полиции. Правда, немножко языком трепает налево и направо, но ничего, это если язычек подрезать, будет нормально. Это очень мило с вашей стороны. Спасибо. Блин, вы мне, мистер Блэквелл, очень нравитесь. Вы такой скромный и, главное, достаточно добропорядочный человек. А еще, что самое важное, законопослушный гражданин. Надо признать. Да, но только вот иногда фразы вы не в тему отпускаете. Так что, мистер Блэквелл, вы уж поаккуратнее. Вы избрали живописный путь. Выкинуть из машины. Приехали. Мистер Блэквелл, я так рад, что вы невредимы. Я не мог сомкнуть глаз. Еще раз спасибо, Чейз. А вы что, обычно спите на работе? Ну, давайте зайдем внутрь. Спасибо. Прощайте, Чейз Маккейн. Удачи. Веселый получился день. Да я поэт. Да. Белые стихи — это ваше дело. Паркур забег доступен. О, еще один. Круто. Интересно, а будут паркур забеги, которые я не по сюжету буду открывать? Ну так чисто, интересно. Что дальше? Игра. Что дальше? А, вот другое дело. Наталья! Мне может. Повторяю, может понадобиться твоя помощь. Я проверила все кабинеты Чана, но не нашла папу. Ну и? Я решила поискать на свалке Чана. И теперь мне отсюда не выбраться. Что? Я запаниковала. Чейз, это же мой папа. А если Чан тебя схватит? Все под контролем. Я спряталась как следует. О! Эй, чьи это ноги торчат из-под занавески? Спряталась она. Наталья? Наталья! А-а-а. Нашла, где прятаться. Элли, мне нужна твоя помощь, и шеф не должен об этом знать. Говори. Наталья попала в беду на свалке Чана, и мне понадобится подкрепление, чтобы вытащить ее. Наталья Ковальски? Что ты там задумал? Это длинная история. Поможешь? Конечно. Я знаю пару полицейских, которые не прочь поработать в обход шефа. Я скажу им, что ты будешь ждать их рядом со свалкой. И скажу им, чтобы они прихватили какую-нибудь одежду. Мы же не хотим, чтобы Чан тебя узнал. Спасибо, Элли. Ты вроде как замаскирован. Насколько это для меня важно. Блин, Элли такая классная барышня. Вот реально, нафиг тебе это Наталья, Чейз? О, пацаны, да, это вы со мной, да? Блин, давай с Элли начинай что-то делать, а... Всегда приходит тебе на выручку. А Наталья постоянно тебя отшивает. Пора бы задуматься, Чейз. По головке меня не погладят. Мир как-то у нас странно устроен. Да и Лего-мир, как видимо, тоже. Имеет много общего с реальным миром. Поэтому давай думай, думай. Так. Нашла, блин, чем заняться. Сказал же ей. Я полицейский, я этим займусь. Нет, я пойду сама. И попала прям в руки синдиката преступного. Молодец, Наталья, молодец. Что я могу сказать? Аккуратно, дракон. Так, в порядке все. Или надо на тачке заезжать? А, не, можно и без машины. И где же подкрепление? Вот, а ты переоделся? Они уже должны быть здесь. Ого. Медок, что ли? А, не совсем. Что это за крутые парни? Привет, Чейз. Так, статский клатч на месте. Где принцесса, где дракон?
Неплохо припарковались, парни. Клач, Стацки, спасибо. Наталья на свалке Чана. Шеф уже арестовал кое-кого из его банды, но головорезов у Чана хоть отбавляй. Есть одежка для маскировки. Спрашиваешь. Это просто шик, Стацки. О, правда? Неплохо. Это шмотки нашего друга Хаги. У него совсем нет чувства стиля. А мне эти парни нравятся, классные ребята. Пошли! Ну, ребят, мне как-то немножко неудобно. Это, ну... Я уже иду! Мне нужно все это с себя снять. Да, костюмчик не из лучших. Особое задание 7. Разгребая мусор. В прямом смысле или нет? Обычно Рекс очень плохой человек, да ну? Пару лет назад его арестовали, не помню как и за что, и посадили в тюрьму. Но он сбежал. Вот, эта одежка стильная, ребят. Эй, я знаю этих двоих. Они копы. Эй, беги и сообщи боссу. Да ну. Мы что, не замаскировались, нет? Осторожно и незаметно можно забыть. Стацки, ты готов? Я всегда готов. Бля, они стоят, смотрят, а я тут разбираюсь с проблемами. Как можно быстрее выручить Наталью из беды. Чан сделает все, чтобы выбить из нее информацию. Будет кормить ее мороженым? Что? Стацки! Он не будет пытаться подкупить ее. Нет, просто у меня от мороженого всегда дико болит башка. Я все расскажу, если мне им угрожать. Особенно мятно-шоколадным. Мерзость. Музыка клевая на заднем плане играет. Я не заставит ее выпить газировки, тогда вздутие живота ей обеспечит. Через костюме полицейского. Серьезно? Твоя мамуля только этим и занимается. Твоя мамуля, не леди. Ну да. О, я знаю, что они еще могут с ней сделать. Они... Так, это делу не поможет. Прикольные парни, мне не нравится. Бензин в стиральной машине? Хм, не мудрено, что она теперь на свалке. Бензин? Один вопрос, нахрена он мне нужен? Так, ну это, ты не мешай, главное. Да ё-моё! Да ё-моё, вы чё, охренели? Так, я занимаюсь очень важным делом. Не мешайте еще мне, парни. Пара канистр с бензином, и можно будет запустить генератор. Ну сюда подошел. Готово. Блин, музыка классная, жалко она прерывается на вот эту драку. Так, еще парочка, да? Готово. Так, и там еще где-то один был, да? Надо как-то открыть эти ворота. Сюда иди. Блин, музыка постоянно прерывается, бесит немножко. Лови друга своего. Неплохо. Раз. Два. Так, где? А теперь давайте нормальную музяку послушаем. Ае. Интересно, нафига нам генератор? Для вот этого вентилятора? Угу. Ну, видимо, да, только я не понимаю, зачем. А, для управления краном. Так. О, суперблок. Всегда приятно, когда такие блоки падают. Кому труба, а мне игра. Зачем тебе труба? А, понял. Больше вопросов нет. Продолжим. Собирать монетки, спасать Наталью, ну и все в этом духе. А наверх как-то можно попасть? Видимо, нет. Ну, может, как-то можно? А, ладно, давай дальше. Б. Тачка-крушилка. Ну, понятно, почему у нас тут были блоки. Так, парни, в сторонку. В сторонку. Когда я говорю сторонку, я имею в виду сторонку. Лежать. Вы все арестованы. Этим гламурным Чейзом Маккейном. А главное, модным. Так, тут есть синие монетки? Ибо я тут сейчас этого истинного героя соберу. Вот, есть, да, нормально.
Музыка вообще клевая. Где она была раньше? Такая классная музыка в игре. Обожаю, когда такая музыка играет в игре. Так, 4 тачки надо сломать. Одну я уже, видимо, пропустил. Которая была в самом начале. Так, что у нас тут? Еще один генератор. А, не, краска. Капец, видите, как шкала заполняется обычными монетками? Ну, вот этими вот. Серебряными и желтенькими. А все это сила X8. Так, вот еще одна машина. Так, и вот еще одна. 3 из 4. Еще одну где-то найти, и у нас будет одна часть полицейского значка. Может, это та машина? Не, в нем уже... А, наверное, эту машину надо... Тачка-крушилку. А, вот еще одна. Изи. Так, Собакин там. Собакин. Понял. Больше не буду подходить. Так, мне надо вот эту серебряную хрень взорвать. Ребята, вы тут со мной чисто просто так бегаете или что? Я не понял. Ну, мне чисто интересно. Так, зеленый. Зачем мне зеленый? Ага. Интересно, это типа цемент тут или что? Че я так умер-то легко? Оба-на! Оба-на! Да блин! Ты что делаешь, дурак? Хорошо, хоть ты монетки не просираешь. Или просираешь, только я что-то не замечаю этого. Истинный герой. Точнее, просто герой Лего Сити. Ну, что-то мне хочется сказать, там истинный тот, истинный этот. И в предыдущих играх так оно и было. А, вот оно. Зеленый, доставай. Оба-на. Так, тут у нас суперблок. И что там можно взломать? Сейф какой-то. Так, есть блок. Нам сколько там надо было, я не помню. 30 тысяч? 25? Тут еще один, наверное, блок будет, да? Не. Часть значка просто. Так, сколько нам там надо? 21 тысяча, готово. Кайф. Давай крушить. Для этой чудо-постройки нужно много блоков. Да, уже готово, чудо-постройка. Вот минус машинка. Это культовая мегатачка. А у этого компакт-дизайна есть будущее. Да, кубизм. А с ее помощью я могу взобраться наверх. Кажись, это стиль кубизма. Так, Собакин, с собой что-то можно сделать или нет? По-моему, гладить его лучше не стоит. Понял. Не все так просто, как казалось на первый взгляд. Поэтому давай сюда. Здорово, дружище, как дела? Оба-на. Так, ну давай как-то это, аккуратненько. И в стенку. Ты арестован. Именем закона ты имеешь право лежать на полу со связанными руками. И все. А ты что, думал, что-то еще можно делать? Что за фигня тут происходит? Я почему-то как дебил отходил от этой бочки. Типа, не-не-не-не-не, не буду ее бить. Так, давай сюда. Парни, вы со мной будете или как? Или вы там подождете, пока я всю грязную работку сделаю? Собственно, наверное, как всегда, эти мне напарники тут особо и не нужны, как я понял. Так, с этой фигней ничего не сделать, а жаль. А не, они просто отсюда заберутся. Понятно. Чейз Маккейн все сделает. Вау, а ведь чуть-чуть бы. Не переживайте. Помните, дети, а также их родители. Свалки — это не игрушки, тут опасно. Ясно? Ясно. Надеюсь, базар тебе понравится. Не, не понравится. Хорошо. Тут куча этих. Блок, деталек, монеток. Я их заберу, пожалуй. Почему? Да потому что я могу. 354 тысячи собрал уже, а? Точнее, 362 тысячи, я хотел сказать. Эти парни просто перепрыгнули. Молодцы. Почему у меня нет ваших способностей? Просто перепрыгивать. Было бы намного круче.
Так, Собакин, мы должны подружиться. Я вижу будущее с нашей дружбой. Так. Не могли побольше нарисовать? Погнали дальше. Что? Постройка цель достигнута. А Наталья щекотки боится? Что? Наталья боится щекотки? Как ты меня так защекотали, что пришлось сказать пин-код от кредитки? Ты говорил, что тебе угрожали. Угрожали? Щекоткой. Щекоткой угрожали? Ты реально боишься щекотки? Даже не думай об этом, плачь. К тому же ты и так знаешь мой пин-код. Это по-прежнему твой день рождения? Нет, естественно. Теперь нюхай, сестры-близнеца. Забавно, ребята. Жалко, они мне не помогают. А так забавно, ребятки. А, да, музяка поменялась. Я думаю, что-то изменилось. Когда драка, играет другая музяка. Так, парни, вы куда? Сюда, идите. Это полиция. Сынки. Коронный удар пузиком. Так, продолжаем наше веселье с музыкой веселой. Так, серебряные. Тянем, потянем. А что, если мне попрыгать немного по этим машинам? Да, действительно. Ничего ж плохого не произойдет, надеюсь. Так, а что не так? А, сюда что-то притащить надо. Блин, ну уровень прикольный на самом деле. С этой свалочкой. Так, прыжки. Как-то наверх бы забраться. Диван. Зря я его, наверное, сломал. Хотя фиг знает. Нет, так не забраться. Оттуда мы пришли. Тут ничего нет. Это не ломается, понял? Значит, единственный путь идти туда. По машинкам. Блин, эту музыку себе на телефон закину. Мне реально нравится. Она хоть и по кругу играет. Ну, музыка на заднем плане, имею в виду. Но что-то меня наприкалывает. Такой олдовый стиль прям. О, пончик. Со Спрингфилда, небось. Так, не туда. А, вот и то, что нам нужно. Шахтер. Работа для шахтера. Хорошо. Надо отрабатывать жалование. Так, поехали. Так, нет, стоп. Фу. Я думал, пропал и все. И до свидания. Не надо кнопку случайно нажал. Давай, быстрей. Быстрей. Давай. Чуть-чуть. Давай. Готово. Так, движок собираем, да? Неплохо. А то я обычное машинное масло не могу поменять. Опа, еще, ребятки. You want to fight? Fight with me. Ого, трипл килл. Только это были мои еще коллеги. Поэтому не считается. Готово. Так. Тянем, потянем. Да фомкой выломать не можем. О! Динамит. Здорово. Ща что-то будем взрывать. Один вопрос. Как мне это туда донести? А, может на машину можно запрыгнуть из машины? Точно. Все оказалось намного проще. Самолет что тут делает? Подрывай! Хорошо. Люблю, когда что-то бахает. Так, о, космический телепорт. Телепорт, построенный из утиль сырья? Только бы не превратиться в муху. Терпеть их не могу. О, нет, опять они. Да сколько ж можно? Привет, пацаны. Ну, хотя бы голова на месте. Оба-на! Как вам такой прием? Как вам драка космонавта? Так, дружище, тебя прямая дорога туда, в мусорку. Хорошо, как же тут классно драки сделаны. Особенно, когда ты берешь и кидаешь противника и хрен знает куда. Мне это нравится. Так, сюда иди, молодой человек. Молодой человек, пройдемте с вами в мусорку. Так, кайф, продолжаем разговор. Чейз, стащи меня отсюда. Конечно, повиси еще минутку. Прости, немного неудачно выразился. Очень неудачно выразился. А теперь тебя убьет. Повиси
еще минутку. Опа-на. Наконец-то. Прости, я хотела сказать спасибо. Вот-вот. Немножко уважения прояви. А то типа, давай, спасай меня. Тут где-то должна быть кнопка аккуратного спуска. Сейчас просто кидаю и все. О, да, на матрасы. Это была не она. Воу-воу-воу, парни, вы как всегда вовремя. Он пытал меня мороженым. Бесчеловечно. Стацки, слушай, надо линять, пока шеф не объявился. Ребят, вы вообще ничего не сделали, алло. Спасибо, парни. А могли бы и помочь. Наталья, держись от этого всего подальше. Я найду твоего отца, обещаю. Не хочу, чтобы ты пострадала. Ладно. Ладно. Что, все? Береги себя. Обещаю. Эй! Вот сейчас и начну. Ладно. Свалка Чана пройдена. Две части вроде, да, да, две части, значит, я нашел. Круто. Герой Лего Сити. Так, золотые блоки. У меня штука сейчас 33 уже должен быть, да? 31, 32. Нет, 32. Неплохо. О, можно повтор сделать. Но пока не надо. Глава 9. Карманы шире. Сколько тут было всего, интересно? 10, 20, 40? Маккейн, благодаря твоим нелепым действиям на свалке Чана, он исчез! Что не очень-то способствует тому, чтобы его арестовали! Но я должен был спасти... И слышать ничего не хочу! Пока не разгребем этот завал, будешь работать у шерифа Гекельбери! В лесу! Ему нужно помочь с расследованием? Ха, вряд ли. В его районе самый низкий уровень преступности во всем Лего-Сити. Именно поэтому я тебя туда и посылаю, чтобы ты не наломал дров. А как же дело бешеного Рекса? Им займется мой самый заслуженный полицейский. Мой протеже. Он мне почти как сын, хотя мы с ним совсем не похожи. Ха-ха-ха. Если кто и добьется успеха, так это он! Да, с этим шерифом Гекльбери в заповеднике Колокольчикова. О, давно мы тут не были в Колокольчикова. А, ну ладно. Этим уже будем заниматься в следующем видео. А пока что на этом все, господа. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Заходите, вступайте, буду всем там рад. А на этом все. С вами был Мистер Чейзер, всем удачи и всем пока! Увидимся в следующем видео!